5 августа в Минске состоялась церемония открытия вторых игр стран СНГ, удивительного, масштабного, долгожданного спортивного фестиваля, который посетила делегация нашего города. Делегация Мозырского района приняла участие в открытии вторых игр стран СНГ. Мы получили колоссальное удовольствие и очень рады, что не остались в стороне от мероприятия. Приехали, поддержали республику нашу, наших спортсменов и, наверное, еще до сих пор остаемся под впечатлением. Очень приятно, что мозыряне принимают в этом празднике спорта, добра и взаимопонимания самое активное участие. Это и болельщики, и специалисты, и судьи, тренеры, спортсмены и спортсменки. Очень приятно, что воспитанник мозырского спорта Егор Попов завоевал уже первое золото, воспитанник училища Олимпийского резерва. Наблюдаем дальше за соревнованиями и надеемся, что у нас будет еще много золотых медалей. Напомню, что за победу на вторых играх стран СНГ борются следующие представители мозырского спорта. Воспитанники с дежур номер 2 Владислав Сакович в тяжелой атлетике, Захар Веселовский в боксе. С дежур номер 1 БФСО «Динамо» представляет Виктория Волк, вольная борьба. С дежур «Жемчужина Полесья» волейболистки Марина Бородковская, София Сапоненко и Илья Захаркевич. Всем им удачи!